Привет всем! В этом видео я вам покажу свои покупки с сайта AliExpress. Это не все покупки с этого сайта, но это относится к бижутерии. И я вам расскажу и покажу всю свою бижутерию. Так, первая покупка — это вот такая вот потрясная шкатулка. Она розового цвета, она как бы из такой ткани очень приятной, сделана как бархатной. А так, у нее вот такой вот замочек. И вот такая вот винтажная красивая ручка. Шкатулка мне очень понравилась, и я полностью довольна. Так, так вот открывается замочек, и вот так вот открывается шкатулка. Так, вот что мы видим при открывании. А, тут есть зеркало такое квадратное, но я не буду вам показывать зеркало как зеркало. Дальше есть такая ленточка, которая не дает крышке упасть. И дальше мы видим вот такое вот отделение для колец. Почти все эти кольца я заказала на сайте AliExpress, ссылки будут внизу. Так, начнем сверху. Идут 4 кольца, которые были в наборе. Вот так вот они выглядят. Такие винтажные красивые кольца помещаются мне на вот этот палец. Их можно носить как вместе, так и по отдельности. Очень классные винтажные кольца. Стоили меньше доллара, так что вообще это просто супер. Так, дальше покажу вот такое вот кольцо. Мне оно очень-очень нравится. Это 2 лепестка. Очень-очень классные. Мне прямо как раз. Крутое-крутое кольцо. Дальше идет вот такое вот кольцо. Очень-очень милое. Тоже лепесточки. Очень-очень симпатичное. Дальше идет такое ванильное кольцо с надписью Love. Очень такое простое и красивое. Дальше идет вот такая вот коронка, которая мне помещается только на мизинец. Вот так тоже, в принципе, мне нравится. Я очень-очень рада. Дальше идет набор из 3 колец. Первый вот такой крест. Второе сердечко. И третье звездочка. Вот так вот выглядит этот набор. Можно носить вместе, по отдельности. Дальше вот такое вот большое-большое кольцо. Очень симпатичное, винтажное. Можно носить вот так вот. Я очень довольна, мне оно очень-очень нравится. Очень стильное, модное кольцо. Так, дальше 2 идут таких кольца из магазина H&M. Там было 3, но одно мне не понравилось, я его выкинула. Такие обычные золотые, ну не золотые, конечно, колечки. Можно вместе, можно по отдельности, очень классные. Дальше идет такой кролик или заяц из магазина H&M. Там был набор с разным зверьем. Вот у меня остался заяц. Они мне большие, поэтому я накрасила тут лаком, и они мне как раз стали. Вот так вот он выглядит. Ничего такого, но я его не ношу. Так, дальше идет такое кольцо с клыками, так как я люблю сумеречную сагу. Я не могла не взять это кольцо. Очень классное, на 2 пальца. Мне безумно-безумно нравится. Дальше идет вот такое тоже кольцо на 2 пальца, крест. Очень крутое, сейчас это модно. Типа, давай одевайся. Вот так вот оно выглядит. Суперское просто. Дальше идет кольцо усики вот такое ванильное, супер ванильное. Много раз видела такие вот усики, это тоже типа модно сейчас. Мне безумно нравится это кольцо, оно очень классно выглядит. Дальше последние 2 кольца, которые у меня уже были. Первое вот такое вот золотое, но оно реально золотое. Оно у меня с детства уже, это вот такой вот цветочек с зелеными лепестками. Хорошее колечко. И последнее, это из магазина H&M вроде, но не помню точно. Такое сердечко, оно чуть-чуть большевато. Но оно тоже винтажное, красивое, просто суперское. Так, с этим отделением покончили. Оно вот так вот вынимается. И тут мы видим второе отделение с 9 ячейками. В них можно хранить сережки, подвески, кольца также. Ну, вот тут у меня хранятся сережки пока. Это не все мои сережки, а только те, которые я не ношу. И новые сережки, которые я только заказала. Хочу вам показать их. Первое.
Это вот такие вот сережки с надписью Love, жемчужинками. Это обычные гвоздики, стоили копейки, мне очень нравится. Дальше сережки обычные бусинки, которые мне дали в подарок. Они мне не очень нравятся, но может быть какому-нибудь образу они прям подойдут. Тут лежат сережки, которые я не ношу. Один наручник, один крест. Вот тут всякие Микки Маусы, диски. Ну, я их не ношу, поэтому они лежат у меня тут. Так, сережками все, это отделение тоже вытаскивается. И мы видим такое отделение, поделенное на две части. Тут у меня лежат все мои подвески. Так, давайте начнем. Первые подвески, которые у меня уже были, они не новые. Первый вот такой вот кристалл. Это кристалл Сваровский. Мне дали его в подарок при заказе обуви на сайте Сапата. Я его повесила на такую цепочку. Цепочка моя. Так вот это выглядит. Дальше идет буква М, которую я купила в Италии, в республике Сан-Марино. Я не помню, что это за металл. Цирконий вроде, и еще с чем-то. Нам продавщица сказала, мы с подругой купили такие вот буковки наших имен. И мне оно безумно-безумно нравится. Очень-очень красиво. Дальше такой знак бесконечности из Эйвона, который из серии «Против домашнего насилия над женщинами». Мне он очень нравится, очень элегантный, очень красиво смотрится на шее. Дальше вот такая вот подвеска тоже из Эйвона. Тут я заказывала. Тут был значок с знаком зодиака рыбы, потому что я заказывала тельца, мне пришли рыбы, и я этот значок сняла. Но мне вот этот камень тоже очень-очень нравится. Дальше мой золотой крестик. Это так. Дальше вот такой вот кристаллик. Я его безумно люблю. Это тоже из Эйвона. Также у меня есть такие же серьги с кристалликом. Я безумно люблю вот этот вот набор. Очень-очень красивый кристаллик тут. Дальше новые покупки с этого сайта AliExpress. Вот так вот называется фирма Fashion Jewelry. Первое такое вот сердечко голубенькое. Стоили копейки просто. Меньше доллара. Очень-очень милое. Вот такое вот слово Love с жемчужинкой и стразиком. Как раз к тем сережкам. Дальше такой золотой бантик, который ездит по цепочке. Прикольный. Дальше вот такие вот прелестные черепа. Такое очень-очень классное ожерелье. И последнее, то, что я уже носила вчера, поэтому оно без бумажки. Это такой вот прелестный бантик. Вот и все, что есть у меня в этой шкатулке. Очень-очень удобная шкатулка для всех моих украшений. Дальше хочу показать все свои сережки, которые хранятся на такой подставке из магазина Claire's. Вот так вот они выглядят. Вот эти сережки, 3 пары из магазина H&M, вот эти из магазина Diva, вот эти, не помню откуда, вот эти из... тоже не помню. Вот эти из магазина Сипала, вот эти золотые такие. Вот эти из магазина Дива. Остальные не помню. Также у меня еще вот такие вот перышки. Стоили 100 рублей. Тоже из магазина Сипала. Я их купила для своего дня рождения, 26 апреля. Они очень подойдут к моему платью. Вот. Очень прелестные перья. Перья. Ну вот и все, это была вся моя бижутерия. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Всем пока!